Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции, видеоурока, касающаяся сустав локтя. Если вы внимательно будем с вами смотреть, как проходит данный меридиан, то он, конечно же, проходит по суставу локтя и контролирует локоть. И если у человека есть проблемы с данным суставом, он испытывает боль, он испытывает дискомфорт, он испытывает ноющую боль, он испытывает, скажем так, боль характера сверлящего, ну, скажем так, не ноющую, а как бы там, скажем так, что-то внутри хочется почесать, залезть в этот локоть, скажем, есть такое. Либо онемение локтевого сустава, либо все различные спазмы. Вот. То необходимо обратить внимание на меридиан сердца, как один из меридианов, который контролирует данный сустав. Почему сказали один? Почему? Потому что по верхней конечности проходят 6 меридианов. Из них один меридиан сердца. Конечно, здесь стоит сказать, что диагностика 12 меридианов будет разумным подходом в помощи той или иной проблемы при нормализации локтевого сустава, либо при лечении локтевого сустава. Почему? Потому что, ну хорошо, восстановим мы меридиан сердца, а еще 5 меридианов мы не будем знать в каком состоянии. А именно они будут и провоцировать дальнейшую болезненность локтевого сустава, вследствие чего наше действие будет немножечко неразумно. Поэтому диагностика 12 меридианов обязательно при таких, скажем так, болях и болезнях локтевого сустава. И точка в рецепте обязательно будет браться S4 Линдау, которая показана при всех болях, болезненных, травмах, ушибах, растяжениях и так далее, и тому подобное локтевого сустава. Единственное, остается знать, данную точку нужно тонизировать, либо расслаблять. Здесь на этот ответ может все-таки ответить нам, что диагностика 12 меридианов. Спасибо за внимание.